К нам гиацинт, видите, он уже засох, цветочек. Вот от земли я очистила, он нам дал детеныши, смотрите. Видите, детеныши? Сейчас мы аккуратненько их разделим и будем его сажать. Вот это все отрежем. Сейчас ножнички надо взять. Так, вот мы очистили, видите, его от земли, гиацинт. Режем здесь сверху. Вот у нас получился вот такой вот. Сейчас у нас весна на улице. Я, конечно, сейчас снег растает, хочу его посадить. Вот. Но обычно их сажать по осени, чтобы весной были новые цветы, да? Вот у нас, видите, что получилось? Вот такие вот клубни. Они должны, конечно, сохнуть, в темноте лежать, в прохладе. Но если даже мы положим их в подвал, сейчас там прохладно, но летом там станет жарко, они уже не смогут там лежать. Поэтому, по-любому, я их сейчас буду сажать. Вот, горшочки приготовила в землю. И попробую посмотреть, как эксперимент у меня будет такой. Итак, вот я посадила в землю один и второй вот с детенышами. Гиацинт это. Вот попробуем посадить. В следующем видео будем смотреть, что у меня получилось. Смогла ли я их вырастить или они не смогли вырастись. Может быть, погибнут. Не знаю. Будем наблюдать и смотреть. Все. Всем до новых встреч. Пока.